В Невьянске, в городе знаменитом своей 300-летней наклонной а-ля Пизанская башней, на перекрестке Ленина-Мартьянова в 10 часу вечера в предзакатных сумерках приключился неравный бой между красной двенашкой и маленьким сереньким мелколитражиком «Шевроле Спарк», братом-близнецом Део Матиза. Фабула замеса незамысловата. По Ленина катилась красная дюжина, пилотируемая 20-летним парнем, который, судя по возрасту, большого стажа руления иметь не может, но с другой стороны, права он получил недавно, и о том, что ездить на красный запрещено, забыть вроде как еще не должен успеть. Но по какой-то причине он выскочил на перекресток в тот момент, когда верхний глаз светофора налился кровью. Возможно, молодой парень прикинул: на болиде я на каком езжу? На красном, значит, и... А в это самое время со встречного курса налево на Мартьянова поворачивал серый мелколитраж «Шевроле Спарк», за рулем которого сидела 65-летняя дама. Кто-то спросит: а если двенашки горел красный, то значит, получается, и Спарк поворачивал на красный? Ну, кстати, может, так оно и было. И тогда оба косанули. Но, сами понимаете, есть вариантик, что дама на малыше поехала на поворот еще на зеленый, а на красный дожимала этот маневр, что, в общем-то, разрешено правилами 2D. Но независимо от того, на какой свет пилотка стартовала, она чуть на тот не отправилась, ибо при ударе маленький Спарк дал 180 вокруг продольной и исполнил каскадерский трюк уши. А при таких коловращениях в невысоком болиде можно и шею сломать, если, конечно, не пристегнуться, но нет, обошлось без жертвоприношений. В результате ДТП получили повреждения 6 человек, двое из них несовершеннолетние. К сожалению, гаишники, любезно предоставившие эти видеокадры с места замеса, в своем официальном пресс-релизе не поведали, кто из 6 покалеченных ехал в какой машине. Сообщается, что травмировались оба пилота и 4 пассажира, двое из которых дети неизвестного возраста. О характере и тяжести увечий тоже ничего не говорится. Но сам по себе факт, конечно, удручающий. ДТП с 6 пострадавшими. И главное, из-за нарушения элементарнейшего правила ДД. Ну, право слово, ехать на красный – это не жалеть ни себя, ни окружающих. Бдительная просьба для водителей: при проезде перекрестков не торопиться и убедиться в безопасности своего маневра.